Всем привет! Сегодня мы с вами начинаем строительный влог. Это будет второй по счету влог, но на самом деле он первый. И всем приятного просмотра! В общем, сегодня я была в городе и для своей зоны отдыха купила вот такие вот фонарики интересненькие. Сейчас вот пришел папа. О, ты чё? Осторожно! Чё это здесь делать? А чё это я тут делаю? Чё это дело? Смотри, какая лепота. Еще поди, они это. Да, держи. Они на солнечных батарейках. Я, правда, 4 взяла, потому что за... Да, есть. У меня просто это так ее разобрала, посмотрите. Они, короче, за 79, все сами себе, видимо, забрали, и ничего не было. Пришлось за 149 4 штуки покупать. Я 4 купила. А за 79 я бы 6 купила, но их там вообще не было никаких. Смотри. Кранчик, вот смотри, стрим. Подержи ее. Да. Вот эту штучку, руку положи на нее. Видишь? Ну, там лампочка внутри. Переверни ее, Вон лампочка, видишь, светится? А, работает, да? Да. Так они точно на свет, а они не на батарейке? Ну, калькулятор же такая же штучка. Вот она. Батарея солнечная. А палочка есть? И палка есть. У меня в этой. Ой, мама. Я тебе там площадку разровняла. Я, конечно, ни на что не намекаю. Ну я намекаю. Ну завтра поедем за плиткой весь. Ну не плитка. Привет. Привет. Я красивая, да? Твой костюм. Ты видела эти штучки? Маме не понравилось. Что такая плитка? Он красивый, что ли? Ну плитка, ну не. Плитка, папа, дорогая. Дорогая, ее ложить еще надо. А тебе качель еще надо купить. Я не отстану от качели. Мне нужна качель. А мы... А стрелка это где находится? А, это... А, мы через стеколку едем, да, обычно? Да. Ну, иногда. Жаль. Я-то думала, на стеколке где-то мама качели видела. Там написал одному качелю, он 18 тысяч красивый. Кого, говоришь? Там одному написал, красивая такая качель. Ну, наверное, 18 тысяч. Пипец. Не, 18 тысяч не надо, дорого. Целый телефон стоит 18 тысяч, кошмар. В Питер можно улететь, я думаю, даже. А, это что? Дерево. Перестанут пластиться. Тепло в доме – это правильно подобранный котел. Тепло в квартире – это качественные радиаторы. Вода в доме – это насосные станции, трубы, кабели. Сейчас убери эту квартиру. Это система фильтрации и смеситель. Уютный ремонт в доме и квартире – это сантехника, электрика. Теперь смотри, хочешь фокус? Это все в одном месте. От котла до крепежа. Да? Нет, ты неправильно так пишешь. Скажи просто стрим. Автомобилистов 16Ч. Телефон 370. За все. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права. И вот, и смотри, короче, вот так держи. Видишь? Фонарик. Так оно в поисках плитки или качели. Бежим прямо, спешим. Нашла! Такую качель нашла за 7600. Ну такая. Ну какая-то. Не знаю. Странная. Я зову маму, она не хочет идти. 25 стоит. А, это дорогие качели. Магазинчики у нас. Сардельки с сыром. Наггетс. Жили не хлеба, нету хлеба. И
купили мы в магазине вот такие черемуховые, значит, что это? Пироженки у нас. Сколько там? 2 штучки, да, мама? Да? А что ты не говоришь? Не, вот квасочку купили. Такую пироженку. Мама же со мной поделится, да? Да. Ой, какая молодец. С вами не поделись. Еще и хлеб. Квас. Квас. С лягушкой. Ты понюхай, как пахнет. Ой, вкусно. Юр понюхала. Вкусненько пахнет. Я поняла все. А что, ля-ля, где твоя? Ля-ля. Давай еще порадуйся. Ля-ля! Шла фонарики, представляете, за 99 рублей. В Алиэкспрессе все, ой, в Фикспрайсе все забрали там. Вон так работает. Они, там батарейка, все. Кристина, они не Нет. солнечные? Солнечные должны быть. Фонарь садовый Какого на солнечной батарее. Читаем. Вот. Короче, если не можете найти в Фикспрайсе, смотрите в других магазинах. Не обязательно там покупать. А то лоханетесь, как я. Я столько штук могла найти купить деньги. Ёлки-иголки. Еще в магазине увидела палку такую специальную, как для телефона, штатив, чтобы снимать. И еще увидела, попускала слюнки на кольцо. Оно одно время было модно в ТикТоке, когда еще был ТикТок у нас. А было кольцо, вот так сейчас поставлю сюда. Вас, дорогие мои ребята. Вот, кто будет смотреть это видео. Надеюсь, кто-то будет смотреть. Ну, в крайнем случае, я или мама, или кто-нибудь из родственников посмотрит видео мое. И я не знаю, смонтирую я его или нет. Я надеюсь, что я его смонтирую. Потому что у меня там уже получается видеоматериалов на 4 влога. 4 влога, представляете? И получается один, где я что-то стряпаю. Потом второй, куда мы ездим. Третий, где мы гуляем с родителями. Четвертый будет этот. Возможно, вот это вот, то, что я сегодня снимаю, я не буду вставлять. Или вставлю какой-нибудь влог. Все-таки у меня будет 3 влога. Один уже готов, мне осталось смонтировать 2. Там просто очень много видео. Мне надо будет везде налаживать музыку и так далее. Я потеряла свои очки за 1000 рублей. 1000 рублей мне мама купила очки. За 1000 рублей, представляете? 1000 рублей. Не покупайте очки за 1000 рублей. Это реально это? Ку-ку. Вот, я просто я потом только узнала, что 1000 рублей. И я, в общем-то, отказать не смогла. И не сэкономила наши деньги. Вот такие светильнички купила я. Вот эти, наверное, поставим на зону, которая самая красивая. А вот эту там тропинку можно выложить из них. Вот, у меня получается 4 таких и 4 вот таких вот. А это стоили 99 в фикс-прайсе, они должны стоить 76. Я не знаю, что лучше из них по характеристикам. Я немного не понимаю в этом, если честно говоря. В общем, я все продумала, и я сделаю так, что у меня будет еще 4-й влог, где я переделаю вот эту часть, где она будет, ну, не скажу, что красивая, но симпатичная должна быть. По идее, еще стульчики, если сделать, и диванчик, конечно, будет симпатичный. Сегодня я выравнивала эту часть, убирала траву. Мы хотели вообще, чтобы по вот этой линии было, травы не было. Но бабушка сказала оставить тут травку. Вот лопаты, пока что я их вот так проделала, это там закопала я ее еще кирпичом, что сюда, чтобы не падать. А тут вот, я не знаю, может упадет она или нет. Тут я ее не приделывала ничем. Может, кирпичом ее вот так заделаю. О, кирпичом я их вот так заделаю, чтобы она не падала. Во. И сейчас я покажу вам, где я еще сделала. Куда я их еще поставила. Вечером выйду и покажу. Они должны, по идее, зажечься. Вот. Вот тут они вот у меня. Пока что тут, на видном месте. А потом я их уберу или, возможно, оставлю даже тут. И вот еще поставила я. А этот был бракованный? Ну, возможно. И у него не было палочки, пришлось поставить на любую другую палку. Вот моя собака. Рекс. Хотела я куда-то сюда, вот сюда, либо сюда поставить. Но тут никак не закопаешь их. Тут у нас бетон получается. А тут у нас вот не закапывается. Я пробовала. И я хотела, чтобы у нас площадка вообще была залита так же, как вот это вот.
цементом, получается, или что-то. Ну, цемент. Лавку еще можно туда вот перетащить. Но папа хочет плитку, потому что вдруг он там что-то делать будет. Извиняюсь за звуки, я тут закрываю просто дверку. Но папа не хочет делать, заливать, потому что это времени много. Да, и тут эту плиту ты уже никак не уберешь ее, потому что тут кочегарка и вход в наш дом. А с другой стороны, получается, где баня, вдруг там что-то делать нужно будет, и тогда плиту уже никак не сдвинешь ее. Обычную маленькие плитки можно сдвинуть, а бетон уже никак. После такого необычного дня мы решили поужинать пельменями. Извиняюсь за свой голосок, у меня просто аллергия. Ну вот и день мой подходит к концу, уже время. Сколько? 9 часов ровно. Я сейчас буду красить ногти на ногах. Я выбрала 3 таких вот цвета. Фиолетовый. И также еще 2 цвета какой-то непонятный красивый цвет такой. Не знаю, как его назвать даже. И розовенький такой. Бледно-бледно-розовый. Буду красить ногти на ногах. Потому что у меня на руках уже есть маникюр. Мне нужно переделать на этой руке. Но нужно аппаратом переделывать. Этим я займусь либо завтра, либо когда-нибудь потом, когда мне захочется сделать. Вот. Еще мои лампочки не загорелись. Лампочки мои должны загореться, но они еще не загорелись. Я жду ночи, чтобы увидеть красоту. Возможно, не будет так красиво, но тем не менее что-то должно получиться. У меня плохо смыло макияж, поэтому я немножечко так как будто бы синячком. Это не синяк, это у меня подводка не смытая. Просто я ее мылом смывала. Мицелляркой смывала, все равно у меня такой след остается. Просто нужно хорошо потереть глаз. Но у меня аллергия, если я хорошо тру... Трюфлс. Если я хорошо протираю свой глаз, то у меня начинается потом покраснение и шелушится еще кожа. Кстати, после гусинки, как мы ездили, у меня теперь брови шелушатся и спина еще вся. Хочу сделать какие-то градиенты на ногах. Я не люблю красить ногти на ногах. Мне кажется, свои лучше. Но просто постричь их красивенько так, чтобы аккуратно все выглядело. Но хочется покрасить мне обычным лаком. Но так как у меня руки уже заняты другим лаком, придется красить этим. И еще посмотрю видео. Вот я так вот сижу. Не дала мне мама ничего покрасить, сказала, что будет пахнуть невкусно лаком. Да-то покрашу. Или не покрашу. Надеюсь, что покрашу. Вон постепенно, вон там. Ничего не видно. Постепенно он там, короче, включается. Что за сетка у меня? Сетку видно, а это не видно почему-то. Видите мои светильнички? Сейчас я открою дверь. Постараюсь вот так открыть ее, чтобы получше было видно. Вон мой светильник. Камера, конечно, вообще плохо снимает. Что-то ночью вообще никак. На палке. Прикольно, да? Лаотик. 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 Ну, они вот все вот так будут светиться, получается. Ну так, стрёмненько, конечно, ну ладно. И там у меня тоже один дохлый, один нет. Ну, вот они завтра зарядятся у меня за ночь.